Сразу после окончания войны осенью 1945 года начался Бельзинский процесс. Британский военный трибунал судил сотрудников фашистских концлагерей. Большая часть жутких подробностей этого дела и сегодня хранится под грифом «Секретно». На процессе, кроме мужчин, были и женщины. 12 из них получили сроки от 5 до 10 лет. Трое были оправданы, и только одна приговорена к смертной казни. Роскошная юная блондинка. Ей был 21 год. Весь процесс она сидела с ироничной улыбкой на лице. Обычно такие женщины, они осознанно совершают вот эти жестокие убийства, насилие. В совокупности с какими-то психическими аномалиями. В ночь на 13 декабря из ее камеры раздавался смех и громко звучали немецкие песни. Палачи отказывались верить, что их юная прекрасная жертва достойна такого сурового наказания. Один из них не выдержал и покончил с собой у нее на глазах. Осужденная засмеялась еще громче. Да, это была сложность. С этим, да, были проблемы. Другой палач, он как бы тоже был именно, ну не палач, он исполнитель приговоров, вот он как бы согласился, так сказать, видимо, там прочитал, определенно ему дали прочитать документы, там все, но вот он согласился. Когда же ей на шею набросили петлю, она даже не изменилась в лице. Последней ее фразой была брошенная насмешка палачу. «Кончай с этим побыстрее!» Ирма Грёзе, ангел смерти. Обратите внимание, как ее прозвали люди. Ангел смерти. То есть, по сути, дали ей какое-то, скажем, неземное кличку, ну, или там, не знаю, название. Так умерла одна из самых жестоких женщин, Ирма Грёзе. Несмотря на свой юный возраст, она успела убить сотни заключенных с особой жестокостью, о которой теперь слагают ужасные легенды. То есть вот она нам говорила, что я добила плеткой заключенных, но когда запретили носить плетку, я не носила ее, перестал носить. Загадочная гибель принцессы Дианы, тайная дружба Мишель Обамы и британской королевы и невероятная история становления Калины Никифоровой, первой коронованной женщины среди воров в законе. Если в каждой женщине есть загадка, то в этих таких изюминок было очень много. Ведь все они королевы, каждая в своем деле. Даже Ирма Грёзе, настоящая принцесса ужаса. Просто для нее, вот, видимо, концлагерь королевства было маловато. Она, если бы ей дали побольше шансов, она, может, еще что-нибудь бы устроила. Их истории полны шокирующих подробностей, которые будоражат мужчин всего мира. А их тайны до сих пор скрываются под грифом «Секретно». Но сегодня все табу будут сняты. Смотрите прямо сейчас. Человеческие глаза в банках, смертельные инъекции и скальпель по-живому. Жуткие эксперименты светловолосого дьявола. Ну вот они там вот любили там подвешивать за гениталии мужчин. Беременных любила резать, там ставить опыты. Как обычная спекулянтка стала королевой воров и родила ребенка от япончика. Романтическая история Калины Никифоровой. Ей доверяли и с той, и с другой стороны. Вот я считаю, что это очень интересный момент, потому что вести такую двойную жизнь – это крайне тяжело. Гибель принцессы Дианы от рук Аль-Каиды. Сенсационное расследование 15 лет спустя. Я думаю, что досье на принцессу Диану Аль-Каида завела просто потому, что ее возлюбленным и, возможно, даже будущим мужем оказался мусульманин. Кто позволил Мишель Обаме обниматься с британской королевой Елизаветой? И какая тайна их связывает? Секретное оружие королевы Нидерландов. Как она управляет всей Европой? Простое объяснение невероятных фактов. Достаточно влиятельная организация, несколько закулисного такого свойства. Кто пытается утопить Николя Саркози? И как ему помогла финансовая королева мира? А также модный заговор мирового масштаба. Наоми Кэмпбелл против китайских спецслужб. Не пропустите! Этот состав потом назовут поездом смерти. Лютой зимой 43-го года он прибыл в Освенцим, доверху забитый узниками. В числе встречающих была и эта пара.
высокий мужчина с холодным стальным взглядом и его юная белокурая подруга, совсем еще девочка. Это был Йозеф Менгеле, знаменитый доктор смерть, и Ирма Грезе, самая жестокая надзирательница Освенцима по прозвищу «Светловолосый дьявол». Изощренный доктор Менгеле будет искать тех, кто подходит для его жутких экспериментов. Карликов, детей с карими глазами и близнецов. В тот день их будет 300. Выживет только один из 10. Но и их тоже уничтожат. Вживую резали людям ноги. Туда поселяли эти бактерии. Затем туда засыпали различную грязь, опилки, стекла и прочее. И, значит, этих людей потом наблюдали. Много очень экспериментов они проводили, связанные с гангреной, с обыкновенной гангреной, вплоть до того, что, ну, просто даже, честно говоря, не очень удобно говорить это на экран, с такими варварскими методами. За 3 года его работы в Освенциме доктор Смерть отправил в газовые камеры почти 40 тысяч человек. Ну, плюс, значит, там он и убил там лично много народу. То есть, в принципе, так сказать, совершенно у него огромное количество военных преступлений. Без этих вот... То есть, вот если бы он не занимался этими опытами, его все равно смертных приговоров там штук 10 можно было вынести, потому что на его счету там такое количество уничтоженных людей, там, ну, я не знаю, там, ну, сотни тысяч, до сотен тысяч, могут, сколько он там отправил. Во время зверских экспериментов Менгеле был не один. Ему всегда помогала белокурая бестия Ирма Грезе. Еще в детстве она мечтала о карьере медсестры. Но что же привело ее в концлагерь? Кровь? Страдания? Или возможность вершить чужие судьбы? И она, значит, избивала заключенных по всякому мельчайшему проступку. Не обязательно у нее дубинкой, им положены были дубинки. Но также она использовала хлыст из плетеной кожи, тем более в ряде случаев усиленный железными вставками. Это вплоть можно было перебить руку при определенном ударе. Возможно, корни этой чудовищной жестокости кроются еще в ее детстве. Когда Ирме было всего 13, ее набожная мать повесилась прямо у дочери на глазах. Говорят, она считала свою прекрасную девочку чистым воплощением зла, которое надо уничтожить. Но сама этого сделать не смогла. Эта детская травма Ирми Грезе потом со временем дала свои чудовищные плоды. Потому что, по сути, ребенок чувствует, что мать ее предала, уйдя из жизни, бросила ее на произвол судьбы. Конечно, это не способствует здоровому психическому развитию ребенка. Смотрите продолжение. Кровавый путь юной надзирательницы и странные сексуальные утехи. У нее вселился дьявол. Тайная жена япончика по имени Калина. Почему воры впервые признали своей королевой женщину? Данный сан она покупает. Действительно, она вносила очень большую сумму в общак, поэтому, в общем-то, у Калины никогда не было богатства как такового. Кто и зачем дал ей секретное имя Юля? Невероятная судьба спекулянтки Калины Никифоровой. И правда ли, что за убийством принцессы Дианы стоит Аль-Каида? Сенсационная публикация секретных документов. Не пропустите, будет интересно. Из показаний 20-летней узницы лагеря Татьяны Самсоновой. В лагерь Биркенау нас привезли 24 мая 1944 года. В эшелоне нас было 800 человек, только русских и белорусов. Кроме того, вместе с нами прибыло 3 эшелона евреев из Венгрии. Все эти 4 эшелона немцы останавливали около крематория. Всех евреев немцы отправили в крематорий и там сожгли. Нас, всех русских, отобрали и почему-то не стали сжигать. Именно этот поезд встречала старший надзиратель Ирма Грезе. Вооруженная кнутом и пистолетом, она лично отбирала тех, кто окажется в крематории. В тот день их было 2000. Некоторых Ирма выбрала для себя. И мужчин, и женщин. О ее необузданной страсти в Биркенау ходили чудовищные слухи. Говорили, что она каждый день выбирает новых заключенных для сексуальных надругательств, а потом выстраивает их в ряд и стреляет, в кого придется.
Ну, вот они там вот любили там подвешивать за гениталии мужчин. Вот там, или там в каком-то концлагере там одна доктор была, она вот беременных любила, значит, резать, там, ставить опыты. Были, но это тоже патология, естественно. Но вот она на сексуальной почве была, там их было немного, но вот некоторые были отклонения сексуальной почвы. С остальными королева пыток поступала особенно изощренно. Она специально несколько суток морила голодом собак, чтобы потом натравить их на несчастных заключенных. Ирма Грезе всегда носила с собой хлыст, чтобы избивать женщин и детей. Она лично помогала доктору смерть Йозефу Менгеле отбирать пациентов для своих зверских экспериментов. И она всегда с наслаждением отправляла новых и новых узников в крематорий. Только по приблизительным подсчетам, за время работы Ирмы в концлагерях от ее рук погибли 4000 человек. Почему люди прозвали ее ангелом смерти? По сути, так говоря, там, другим языком, в нее вселился дьявол, который вот обустроил. Говорить о том, что она не ответственна за это, конечно, она за это ответственна. Ее взяли в плен прямо у крематория в 45-м. Во время задержания она хохотала и жалела, что была безоружна. На суде 21-летняя Ирма не раскаялась и до самой смерти не признала своей вины. Ее повесили 13 декабря 1945 года. Во время казни она продолжала улыбаться. Чудовищная корона смерти так и не спала с ее головы. Через 3 года после казни Ирмы в крематории номер 3 на территории Аушвица-Биркенау начались странные явления. По ночам, ухая и хохоча, стал являться призрак. У сторожа не было сомнений. Это была Ирма Грезе. Королева пыток не хотела расставаться со своими владениями. Крематорий закрыли навсегда, чтобы убить даже тень самой жуткой королевы 20 века. О Галине Никифоровой в криминальном мире слагают легенды. Она стала первой и пока единственной коронованной женщиной вором в законе. А ведь по всем правилам преступного мира это невозможно. Данный сан она покупает. Действительно, она вносила очень большую сумму в общак, поэтому, в общем-то, у Калины никогда не было богатства как такового. То есть в ее квартире не было каких-то там предметов интерьера эксклюзивных, какого-то раритета, винтажных каких-то вещей дорогих, роскоши и прочего, потому что все деньги Калина пускала в дело. Ее воровская карьера началась в 70-х. Она устроилась на невероятно престижную работу в легендарный валютный магазин «Березка». Это по-настоящему культовое место для каждого советского человека. Валюта, интуристы и выгодная торговля из-под полы. И вот Калина исключительно только благодаря своим связям устраивается на работу в одну из этих березок. И тем не менее, даже здесь ее не устраивают масштабы, потому что растут доходы, растут расходы. Ей необходимо снова чего-то большего. Одним из самых ценных качеств Калины было умение отыскать нужные знакомства. Симпатичная, внимательная, с приветливой улыбкой на лице, она умела понравиться и расположить к себе людей. За полгода работы она становится своей среди богемы, местных валютчиков, спекулянтов и чиновников. Несколько воров в законе берут ее под свою опеку, среди которых и Вячеслав Иваньков, всем известный япончик. Безусловно, как и в любой, наверное, среде, да, то есть я думаю, что знакомство с Иваньковым сыграло достаточно сильную, убедительную роль в ее судьбе, в ее карьере преступной. И обучаясь, она поняла, что лучше фактически быть организатором, то есть управлять преступным процессом, но в нем не участвовать. Начинает Калина с самых основ подпольной торговли, со спекуляций. Она втягивается в валютные махинации, начинает сбывать краденое и наводить воров на богатых граждан. И вскоре получает свой первый и последний в жизни срок. Человек действовал очень аккуратно. Очень осторожно. Посмотрите, невозможно же прожить такую долгую жизнь и попасться один раз. Когда она всего лишь один раз была осуждена и один раз только отбывала наказание. Сидела Калина недолго. Вся ее дальнейшая деятельность сводилась к легкому флирту с законом.
Теперь она мозг всех операций. Организует сбыт реликвий за рубеж. Руководит налетами на квартиры Челноков и явно зажиточных граждан. Но сама лично ни в чем не участвует. Дело в том, что не нужно забывать, что Никифорова в первую очередь работала по преступлениям экономической направленности. То есть она была профессионал в области экономических преступлений. Сотрудники МУРа потом будут вспоминать. Поймать Калину за руку было просто невозможно. Она как вода утекала сквозь пальцы. Ее нельзя было привлечь даже за соучастие. О каком соучастии и преступлении вообще может идти речь, если всю свою жизнь Калина Никифорова только и делает, что выручает людей? Воровская королева всегда знала, что помощь надо оказывать прежде всего себе, но умела обставить дела так, что те, кто обращался к ней за советом, всегда были ей благодарны. Пикулянтка еще долго благодарила Никифорову за хороший совет. А оперативники, прослушивая телефон, страшно злились. Опять Калина сорвалась с крючка. Она спасала япончика из тюрьмы. То, что она не была его официальной женой, это факт. Она была просто его гражданской подругой. Как королеве воров удалось перехитрить следователей? Любовная история знаменитого авторитета и легендарной спекулянтки. А также таинственная гибель принцессы Дианы. Секретная операция британской разведки. Диана сильно раздражала не только, так сказать, политиков, но и многих членов монарших домов. Или это первый громкий теракт Аль-Каиды и тайная связь Мишель Обамы и британской королевы. Религиозное братство, которое сильнее политики. Смотрите через минуту. После тюрьмы влияние и размах дел Галины Никифоровой стали расти не по дням, а по часам. Круг ее знакомых был действительно очень серьезен, хотя бы из того, что она была знакома со знаменитым Иваньковым, япончиком. И даже это знакомство, в общем-то, позволяло ей общаться с достаточно серьезными людьми. Но ходили упорные слухи, что Калина сотрудничает с ОБХСС. И в течение нескольких лет уверенно и искренне сдает своих подельников и конкурентов, оставаясь своей и для тех, и для других. Оперативники не могли нарадоваться на свою Юлю. Именно под таким псевдонимом она числилась в документах. Вообще-то и воры в законе были на учете, то есть надо тоже понимать, да, они сотрудничали достаточно активно. Да, то есть, система управления, она сохранялась. Да. Это в 90-е годы, когда пошел беспредел, то есть когда пошла потеря вообще правоохранительных органов, агентурности. Личная жизнь Калины Никифоровой также окутана легендами, одна из которых – ее связь с япончиком. По воровским законам правильный вор не должен иметь ни жены, ни детей. Но эту пару многие считали воровской семьей. Требовалось определенное прикрытие, так как наверняка она кому-то наступала на горло, кто в итоге искал справедливости. И я полагаю, что это был фактически покровитель. То есть она, это тот человек, к которому она могла обратиться вот за разрешением вот этого вот вопроса по воровским понятиям, скажем так. Их тайную связь подтверждает и тот факт, что вора в законе Виктора Никифорова многие называли сыном Калины и Япончика. В этом отношении Япончик был тем человеком, который снимал внутренние душевные волнения, страхи, сомнения Калины Никифоровой. И, безусловно, ей помогал в ее карьерном росте. Но семейное счастье было недолгим. Япончик скоро уехал из страны. Следом за ним собиралась и Калина. Она была настоящей советской миллионершей. В 80-е у нее была собственная нелегальная обувная фабрика, и деньги текли рекой. Она имела на свое какое-то производство, какие-то цеха по производству одежды, еще там чего-то. Собственно, вот, наверное, вот это вот было основной ее деятельностью. Также контрабанда, не забывая ее способности поставлять, перевозить товары через границу. Калина уже все подготовила. Аэродром, частный самолет, все свои капиталы и драгоценности. Зная ее характер, даже оперативники поговаривали, что ее ничто не сможет остановить. Ни стихия, ни закон, ничто. Кроме смерти. Калина Никифорова умерла внезапно в 88-м.
в Ереване от сердечной недостаточности. На ее могиле стоит памятник, который теперь, по слухам, стал местом паломничества авторитетов всего мира. И, в общем, туда ходит вся преступная элита, возлагает венки и просит помощи и так далее и тому подобное. Хоронили ее, конечно же, с почестями. Эта женщина навсегда вошла в историю как признанная королева воров. Та, что умудрилась быть своей и для оперативников, и для авторитетов. И при этом всю жизнь только подтверждала свой королевский статус. Это произошло больше 15 лет назад. Но до сих пор гибель леди Дианы не дает покоя многим. Расследование как будто не прекращается ни на минуту. Они именно старались избежать контактов с папарацци, которые надоели им, просто изнервировали их, да, измучили. И они хотели демонстративно удалиться. В конце концов, вот, закончилась эта, увы, автомобильная катастрофа. О том, что случилось 31 августа 1997 года, говорили и писали многие. Но вопросов от этого меньше не стало. Одни обвиняли во всем ЦРУ, другие — британскую разведку МИ-6, и все указывали на многочисленные несостыковки, которые не позволяли поверить в случайность того ДТП. Странно, что камеры наблюдения, которые круглосуточно работали на этом маршруте, оказались выключены именно в тот роковой день. Странно, что водитель машины, в которой ехала Диана и ее возлюбленный, незадолго до смерти получил крупный банковский перевод. Многие уверены, что он на крючке одной из спецслужб. Смерть Дианы была выгодна английскому двору, королеве, той аристократии английской, которая была и сейчас находится у власти в Великобритании. Естественно, прямое уничтожение или убийство, это бы ударило бы по самой бы вот этой вот короне. Но было все так инсценировано, как некий несчастный случай, что вот какой-то там человек въехал пьяный из-за каких-то папарацци. Лишь сегодня становятся известны подробности, о которых почему-то было принято не упоминать. Как только в туннель въехал лимузин Дианы, темноту разрезала яркая вспышка света. Все на несколько секунд как будто ослепли, а еще через мгновение визг тормозов и звук страшного удара. Чуть позже бывший агент английской МИ-6 Ричард Томплисон рассказал, что обстоятельства гибели принцессы Дианы напоминают ему план покушения на Слободана Милошевича, разработанный британскими спецслужбами. А вот дальше начинаются вопросы, на которые ответа нет. Почему папарацци, который ради сенсационного снимка провел несколько часов у отеля «Ритц», вдруг, не дождавшись Диану с Доди Альфаедом, покинул свой пост и отправился прямо к туннелю? После аварии он сразу улетает из Парижа на Корсику. Спустя некоторое время во французских Пиренеях его труп найдут в сгоревшем автомобиле. А тут Диана не послушалась. Ей давно говорили, что прекрати отношения с этим человеком, прекрати. Но он ей чисто по-женски нравился, и потом она считала, что, коли она там принцесса, ну что с ней сделали? Ну, увы, сделали. Кому была выгодна гибель принцессы Дианы? И могут ли факты указывать на то, что это было убийство? Есть еще одна версия. Гибели Дианы причастны террористы. Она всем своим поведением, да даже внешним видом, да, красивой и обаятельной женщины и деятельной женщины, которая заставляла некоторых политиков принимать решения в пользу, ну, человека, в пользу людей, значит, она вызывала симпатию, да, и они больше и больше говорили как о королеве. За 4 года до гибели принцессы Дианы границу королевства пересек вот этот человек. Это Абу Катада, один из самых влиятельных проповедников мусульманских радикалов. Его считают одним из идеологов терактов 11 сентября.
он довольно-таки серьезно там действительно координирует деятельность многих террористических групп во всем мире. Он действительно проповедует очень радикальный ислам. Он действительно был, кстати, несколько раз арестован полицией по конкретным обвинениям, но почему-то без предъявления обвинения он был выпущен. Но, возможно, в его биографии был и еще один теракт, о котором узнал весь мир. По поддельному паспорту Абу Катада обосновался в Британии. Разведка и Скотланд-Ярд не раз арестовывали его, но всегда отпускали, потому что на территории королевства он ничего не совершал. Возможно, это и стало страшной ошибкой. Значительная часть тех, кто говорит от имени Аль-Каиды, и значительная часть тех, кто определяет ее политику, базируется в Великобритании по давней и почтенной традиции. Об этом стало известно только недавно. Арестованный в Британии боевик признался, Диану устранили сторонники Аль-Каиды. Террористы были против ее связи с мусульманином, сыном египетского миллиардера. Кроме того, в восточных странах росла популярность Дианы. Этого исламисты допустить не могли. Дело в том, что Доди Аль-Фаид, который ухаживал за Дианой, ведь он же из очень солидной аристократической семьи Египта. Причем не просто семьи аристократической солидной, а эта семья давно связана с братьями-мусульманами. Я думаю, что досье на принцессу Диану Аль-Каида завела просто потому, что ее возлюбленным и, возможно, даже будущим мужем оказался мусульманин из очень богатой семьи, уже практически полностью ассимилированной в Англии. Как раз такие ассимилированные мусульмане представляются Аль-Каиде главными врагами. Принцесса Диана представляла собой символ Британии. Уничтожить ее значило подорвать всю европейскую стабильность и нанести удар по самой нерушимой из мировых монархий. Недавно авторитетное британское издание «Guardian» со ссылкой на итоговый отчет о расследовании гибели Дианы сообщило, что были обнаружены 39 расшифровок телефонных разговоров Дианы. Кому и зачем понадобилось следить за принцессой? Что хотели узнать те, кто прослушивал ее телефонные разговоры? И почему ее гибель до сих пор окутана таким количеством тайн? Диана и Доди Аль-Фаед погибли 31 августа 1997 года. Их автомобиль при таинственных обстоятельствах врезался в 13-ю колонну туннеля под мостом Альма. Все, кроме охранника, сидевшего на переднем сидении, погибли. Они спешно удалились из отеля, будучи преследуемы фотографами. У водителя Анри Поля было превышено содержание алкоголя в крови в 3 раза по сравнению с допустимым даже французскими законами. Диана, таинственным образом еще живая, оставалась на месте катастрофы 90 минут. Без помощи. Она умерла в больнице в 4 утра. Ее смерть оставила после себя много загадок и столько же жутких последствий. Следующий удар был нанесен по Америке. Смотрите далее. Тайное заседание мирового правительства. Правда ли, что королева Нидерландов отдала трон, но не политическую власть над Европой? Это немножко зловещая тенденция. Это новый тоталитаризм. Кто на самом деле правит миром? Только у нас все теневые игроки. Нельзя отказывать этим милым людям в праве интересоваться, значит, жизнью в других странах и, так сказать, интересами своего бизнеса в этих странах. А также «Черная пантера», которая контролирует мировую моду. И кто посмел перейти дорогу Наоми Кэмпбелл? Смотрите продолжение через минуту.
Об этой встрече не было дано ни одного публичного объявления. Отель был окружен охранниками, и ни один журналист не смог подойти к отелю ближе, чем на расстояние в 1 километр. Все участники дали обещание хранить молчание обо всем, что обсуждалось на конференции. Это отрывок из воспоминаний Элдена Хэтча, придворного биографа королевства Нидерланды. Так он вспоминает первое заседание одной из самых секретных организаций мира – клуба миллиардеров, Билдербергского клуба. Это клуб, один из теневых клубов управления миром, создан в 52-м году. Основателем формально является нидерландский принц Бернард. В него входят несколько, где-то 60 постоянных членов, остальные приглашаемые. Самые такие акулы западного бизнеса, политики, масс-медиа и так далее. Нельзя отказывать этим милым людям в праве интересоваться, значит, жизнью в других странах и, так сказать, интересами своего бизнеса в этих странах. Нидерланды – маленькая европейская страна в самом центре Европы. Правда ли, что принц Бернард и его дочь, королева Беатрикс, одни из самых влиятельных людей в мире? Скорее всего, по оценкам вот экспертов, она действительно входит в ядро клуба. Но почему я говорю всегда с такими условностями? Возможно, по оценкам экспертов. Потому что на самом деле правды не знает никто. Правду знают только то, что было уже в далеком прошлом. Каждый год члены клуба принимают ключевые решения в политике и экономике. Многие эксперты считают, что именно там определяется ход мировой истории, а вовсе не на открытых собраниях вроде заседаний Большой Восьмерки. Ставят задачу глобальную, ее надо выполнить. К следующему или там через следующее заседание, они обычно ежегодные. Вот. Должно быть сообщено, что эта проблема решена. Увы, одна из первых задач, которая была поставлена, это убийство Сталина. Многие исследователи полагают, что исход последних выборов в США был решен именно на одном из таких заседаний. 6 июня 2008 года прямо посреди президентской гонки Барак Обама и Хиллари Клинтон неожиданно исчезли. Аналитики обнаружили их на закрытом заседании Билдербергской группы в городе Шантильи. Именно там, согласно некоторым источникам, Барак Обама сделал Хиллари предложение, от которого она не смогла отказаться – выйти из президентской гонки в обмен на пост госсекретаря. О чем стороны торжественно объявили собравшимся в тот же вечер. Колоссальные меры безопасности, как только где-нибудь проходит заседание Билдербергского клуба, на ушах стоит вся правоохранительная система этого государства. Особенно полиция, там войска, жандармерия. На ушах, в буквальном смысле слова, там, десятками тысяч сгоняют, чтобы, так сказать, оградить этих людей от какого-либо, так сказать, посягательства. Есть информация, что королева Нидерландов Беатрикс уже много лет является крупнейшим игроком на мировой арене. Именно после ее визита на заседание Билдербергского клуба Гаагский трибунал начал процесс по бывшей Югославии. Деятельность трибунала вызывает множество вопросов у юристов и правозащитников. Формально провозглашенный справедливым и честным органом международного правосудия, он быстро превратился в инструмент реализации политических и геополитических устремлений западных держав. Один из самых скандальных процессов трибунала – это суд над лидером сербской радикальной партии Воиславом Шешелем. Обвиняемый не только никогда не брал в руки оружие, но и не занимал никаких государственных постов. Но, кажется, ни Гаагский трибунал, ни королеву Нидерландов это совершенно не волнует. Так тихая и безобидная пожилая женщина, чья власть в королевстве ограничена полномочиями парламента, раз в год получает мощнейшие международные рычаги влияния. И, конечно, каждый раз оказывается вне подозрений. Ведь королева почти не выезжает из страны. Ну, разве что на заседание клуба миллиардеров. Другую королевскую особу у стен этих секретных резиденций тоже видели не раз. Елизавета II не скрывает ни своего участия в тайном мировом правительстве, ни теплых политических отношений с Америкой. Правда, одна тайная связь у нее все-таки есть. Вот уникальная фотография.
На ней Мишель Обама дружески приобнимает королеву Елизавету во время саммита Большой Двадцатки в 2009 году. Это фото сразу стало объектом критики британских политиков. Так запросто, фамильярно с королевой не дозволено общаться. Но оказывается, Мишель Обаму и Елизавету связывает гораздо большее, чем просто политика. Есть немало фотографий, когда она во время приемов королеву так в обнимку хватает. Никто в мире не позволял себе таких фокусов. Я не сторонник, естественно, монархии, но, во-первых, это уже пожилая женщина, это раз. Во-вторых, она по статусу королева. Ну что ж ты лезешь со своими объятиями? Оказывается, тайная дружба британской монархии и Америки основана на религиозных чувствах. Англиканство – основная религия Англии и одна из самых редких религий в мире. Мало кто знает, что в Кении, откуда родом Барак Обама, англиканская церковь является одной из основных, и там живет почти 3 миллиона единоверцев королевы. Я думаю, что вот эти религиозные предпочтения, эта принадлежность к конфессии, она как-то влияет. Ну, потому что это тоже важно. Это важно как для англичан. И опять же, вспоминая, какая Мишель Обама искренняя, ну, во всяком случае, в публичном пространстве, как она себя ведет, для нее, видимо, это тоже вот такой важная часть ее жизни, ее религиозные предпочтения. Возможно, именно поэтому Барак и Мишель Обама были приглашены в Букингемский дворец. Именно поэтому королева позволила первой леди приобнять себя вопреки протоколу. И, возможно, именно поэтому за закрытыми дверями велись переговоры, в которых упор делался именно на религиозное единство. Эксперты полагают, что Мишель Обама была очарована, и, возможно, именно она повлияла на решение мужа о создании нового совместного стратегического совета национальной безопасности, который призван еще больше сблизить обе страны. Но я не думаю, чтобы президент непосредственно шел к жене и спросил ее: «Мишель, дорогая, а что ты мне посоветуешь делать вот с теми установками в какой-либо стране?» Я думаю, что напрямую так не происходит. Естественно, у каждого президента есть свой круг советников, где принимаются решения. Это понятно. Вот. Влияние женщины может идти по другому каналу. Ну, она может оказывать на него, как бы смягчать его, не делать его таким резким, жестким, допустим. А, может быть более компромиссным. Смотрите в финале программы. Как финансовая королева смогла купить высших чиновников Франции? И сколько это удовольствие стоит? А также войны супермоделей. Красота против спецслужб и гигантских корпораций. И тайная власть Наоми Кэмпбелл над миром моды. Наоми совсем не терпит соперниц. Она разбирается с ними совершенно неромантическими и не дипломатическими методами. Не переключайтесь. Самое интересное в конце. Эту женщину по праву считают финансовой королевой мира и одной из самых влиятельных женщин на планете. Королева индустрии красоты. Ее состояние оценивается в 30 миллиардов долларов США. Глава крупной косметической компании Лилиан Бетанкур была застигнута журналистами врасплох прямо во время своих королевских интриг. Это случилось в 2010-м. Когда неожиданно вокруг светской львицы и самой богатой женщины мира разгорелся настоящий политический скандал. Ее обвинили в том, что она платила деньги в конвертах известным французским политикам. Скандал был, и он еще не закончен. Действительно, Лореаль помогал, вносил деньги в избирательный фонд Саркози, когда он баллотировался в президенты первый раз. Вот. Второй раз я не уверен, что это было, но это об этом говорили именно, так сказать, в целях антипропаганды, ну, против него, его оппоненты. О том, что Саркози предъявлено официальное обвинение по делу Бетанкур, стало известно совсем недавно. Бывший бухгалтер Бетанкур Клэр Трибу призналась, что французские политики-консерваторы получали деньги прямо в особняке Бетанкур. Николя Саркози в ее доме тоже был частым гостем. В общем-то, уже эти факты выплыли наружу тогда, когда Саркози был уже не столь влиятелен. Да, уже его
положение было достаточно шатким, и было неизвестно, что будет дальше с его президентством, с его амбициями, с его партией. Потому что по французским законам 4 500 евро может пожертвовать частное лицо. 150 тысяч никак не вяжется с этой суммой. Остается, правда, вопрос. Зачем 87-летний Бетанкур, у которой болезнь Альцгеймера, жертвовать такие крупные суммы на предвыборную кампанию? Ну, соответственно, Бетанкур, ну, она милая, экстравагантная старушка, которая, так сказать, там, в 30 с небольшим лет получила огромное наследство. То есть наследство получила империю целую. Это такая трансконтинентальная империя, да, корпорация. То есть огромные деньги. Она всю жизнь, так сказать, славилась какими-то экстравагантными выходками, какими-то, так сказать, там, экстравагантными друзьями разнообразными. Сейчас основная версия обвинения такова. Политики, в том числе и Саркози, воспользовались слабостью престарелой миллиардерши. Но есть информация, что корни этой истории уходят куда глубже. Налоговый пресс, который ударил по богатым французам, вынудил некоторых даже покинуть страну, как это получилось, например, с Депардье. Есть версия, что финансовая любезность, оказанная некогда Лилиан Бетанкур, не забыта, и влиятельные политики закрывают глаза на некоторые дела ее косметической империи. То, что сейчас известно, это как раз то, что она пыталась всячески уйти от налогов. Хотя сумма выплаченных ей налогов за последние, по-моему, 10 лет – 400 миллионов евро. Суммы не маленькие. Но, видимо, они могли бы быть еще на порядок больше, если бы она не пыталась уйти от налогов. Новое правительство Франсуа Оланда уже занимается коррупционными делами предшественника. Однако к Лилиан Бетанкур никаких вопросов нет. Быть может, финансовая королева решила не хранить все яйца в одной корзине. Ей уже за 80, и здоровье подорвано окончательно. Дочь Бетанкур через суд добилась назначения для финансовой королевы опекуна и заставила ее отказаться от контрольного пакета акций в «Империи красоты». Статус Лилиан Бетанкур теперь подтверждает только роскошная резиденция с лепниной из настоящего золота, бокалами из хрусталя и бриллиантовыми подвесками на люстрах. Она очень переживала по этому поводу. Она заявляла, что это вообще невозможно. Ну, в общем-то, спровоцировала весь этот процесс история с тем, что она... Ну, опять же, это по тем фактам, которые есть в прессе, что она была готова передать все свое состояние своему любовнику. Об этой королеве вот уже который месяц не перестает писать вся мировая пресса. Императрица подиумов Наоми Кэмпбелл тоже оказалась в центре грандиозного скандала. И, как выяснилось, не только любовного, но и коррупционного. Нью-Йорк. Одна из столиц мировой моды. Именно здесь, в одном из известных агентств, разгорелся настоящий скандал. Все началось с того, что внезапно был расторгнут контракт с китайской моделью Ло Цзили. И обвиняют в этом Наоми Кэмпбелл. Казалось бы, при чем здесь коррупция и уж тем более мировая королева красоты? Но многие аналитики сделали вывод. Все дело в неконтролируемом могуществе Наоми в мире моды. Безусловно, наверное, в любой женщине, когда от нее, не важно, там уходит ее мужчина или они расстаются по обоюдному согласию, как и, в принципе, у мужчин тоже есть чувство собственности. Поэтому повлиять на это она могла абсолютно легко. И, как ни странно, это все сходит ей с рук. В частности, Наоми совсем не терпит соперниц. Она разбирается с ними совершенно неромантическими и недипломатическими методами, иногда впрямую настаивая на увольнении соперниц и на их удалении из совместных проектов. Эксперты полагают, что британская суперзвезда повлияла на своего друга, президента агентства, когда узнала, что сердце ее бывшего возлюбленного бизнесмена Доронина больше ей не принадлежит. Потому что она совершенно без, вот, ну, как вам сказать, без тормозов. Понимаете? И вот этот вот достижение того, что нашелся, наконец, некий богатый русский, который сумел ее, что называется, взнуздать там, и поставить в стойло на какое-то время, вот это самое главное его достижение. Все случилось после того,
как в крупнейшие информационные агентства попали вот эти фотографии, где Владислав Доронин на своей вилле совсем не дружески обнимает юную китайскую красавицу. Некоторые издания полагают, что именно Наоми натравила папарацци на влюбленных, а потом устроила облаву на юную модель. Она мало того, что красива, она еще знаменита и очень влиятельна. То есть благодаря ей Владислав Доронин стал вхож в европейскую тусовку высшего света, куда попасть не так просто, даже если у тебя есть деньги. И теперь, когда Наоми освободилась, не равен час, что еще кто-то захочет воспользоваться протаренной дорожкой. Впрочем, не исключено, что суть этой истории все же глубже, чем простая женская месть и любовный треугольник. Некоторые аналитики связывают увлечение русского миллиардера китаянкой с экономической восточной экспансией. Бурно развивающийся Китай всеми силами пытается усилить позиции на мировом рынке. И русский строительный бизнес, в котором Доронин явно преуспел, представляет для китайских бизнесменов неподдельный интерес. Классика любой спецслужбы, начиная там с самых древних времен. Два инструмента, два. Подкуп и женщин. Недавно стало известно, что на российский рынок заходит крупнейшая китайская компания. Она планирует инвестировать в строительство в России 10 миллиардов долларов и, возможно, составить конкуренцию Владиславу Доронину. Также с этим фактом эксперты связывают появление в жизни бизнесмена молодой китаянки. Разнообразные мисс, и там вселенная, еще чего-то, конечно, они в любом случае попадают под внимание спецслужб. Впрочем, сейчас китайский план может развалиться в мгновение ока. И всему виной будет она, королева мировой модной закулисы. Наоми Кэмпбелл, похоже, не собирается останавливаться до тех пор, пока не разрушит до основания русско-китайские любовные взаимоотношения. Королевам позволяется практически все. Интриги, жестокость, подкуп и простая женская месть. Но упрямые факты твердят, что они сами тоже находятся на линии огня, в центре заговоров, финансовых обманов и убийств. И получается, каждый новый день может стать для властной женщины последним. Ведь на ее смену может прийти новая королева.